Кто за? Так, с знака согласия начинается рабочий визит депутата Госдумы Павла Федяева в промышленное. Сельские законотворцы решают те же проблемы, что и их коллеги в федеральном собрании. Как модернизировать здравоохранение, точнее отремонтировать райбольницу. Или, например, рассчитывают бюджет дорожного комплекса. На латание ям в асфальте. После сессии районного совета депутат Государственной Думы отправляется решать проблемы простых селян. Этот вопрос уже несколько лет, порядка 5 лет. Кто-то попросил содействия, чтобы на железной дороге появился пешеходный переход. Кто-то, чтобы молодым врачам давали деньги на жилье. А вот у Ирины Михайловны беда, которая волнует всех пенсионеров в районе. Банк, в котором они забирали пенсию, закрыл свой филиал в их деревне. Теперь пару раз в неделю к ним приезжает автобус от банка. А это очень неудобно. Павел Федяев заметил, Ирина Михайловна не первая, кто говорит об этой проблеме. Поэтому принято решение постараться помочь селянам. Появилась надежда, будем надеяться на то, что помещение может какое-нибудь там. Помещение, оно есть у нас, стоит. Не занято, они его арендовали. Почти глобальная проблема, с которой пришли сегодня к депутату, это не урожай. Лето выдалось засушливым. Земля хоть и застрахована от природных катаклизмов, однако и это не спасает. Как член комитета Госдумы по аграрным вопросам, Павел Федяев сразу берет на заметку все, что говорят сельскохозяйственники. Сейчас в Госдуме рассматривается в первом чтении изменения к законопроекта об изменениях в закон о страховании. Ну, вопросы, конечно, важные и актуальные. Я считаю, что если государство на них не будет реагировать активно и адекватно и вовремя, мы можем действительно очень сильно пострадать. Все проблемы сейчас под контролем, рабочие поездки депутата продолжатся. Наталья Токмагашева, Сергей Юрин, новости моего города.